Что будет, если создать самую страшную версию Майнкрафта, в которой у вас нет другого выбора, кроме как столкнуться со своим кошмаром? Добро пожаловать в Майнкрафт, но он становится страшнее с каждой минутой. И мне предстоит пройти все уровни кошмаров, чтобы дойти до финального босса. Скорее нажимайте на эту красную кнопочку подписаться и досматривайте этот ролик до конца. А я вам желаю приятного просмотра. Внимание, внимание по всем фронтам. Мы переступили черту Майнкрафта, которую переступать было просто нельзя. Мы попали в мир, который максимально страшный. С виду пока что можно подумать, что я в обычный ванильный Майнкрафт зашел поиграть. Просто, знаете, пойду добывать деревья, проходить Майнкрафт, но... Что это над моей головой? Встреча с новым кошмаром? Это явно не внушает доверия. И знаете, кошмары еще не начались, а мне уже страшно. Потому что, возможно, сегодняшние кошмары мне потом будут сниться по ночам. Фух, окей, давайте не падать духом раньше времени, потому что мы зашли в Майнкрафт, в котором действительно нас будут пугать. А именно, здесь будут различные страшные кошмары, которых цель будет нас напугать, чтобы мы не могли пройти Майнкрафт до самого конца. Но знаете что? Нет, я буду драться до последнего. Если честно, я очень сильно боюсь кошмаров, и в целом я не тот человек, которому, знаете, стоит играть в подобные игры. Но, раз уже я в этом мире и добываю камень, значит, пора, пожалуй, брать себя в руки. Окей, сделайте для начала каменную кирочку и отправимся, наверное, добывать себе железо. Я не знаю, успею ли я вообще добыть железо. Мне нужно срочно найти железо и как можно больше, потому что вот-вот случится что-то очень страшное. Осталось совсем немного времени. И, о, да, я его уже вижу, все. Я вижу мое железо, давай, давай, да, хотя бы несколько штук добыть, но нет, ребята, я не успею ничего сделать, потому что меня через 2 секунды, наверное, телепортирует. О, боже мой, куда это меня телепортировало? Так, окей, спокойно, мы находимся в какой-то комнате, и там какой-то человек. Я не хочу на него смотреть, но у меня написано «Поговори с Херобрином». А можно я не буду с ним разговаривать? О чем мне вообще с ним говорить? Окей, это Херобрин, который стоит почему-то повернутой спиной ко мне. И мне это не нравится. Ладно, все, я не трус, ребят. Нет, я ни в коем случае не боюсь. Просто какая-то супер темная комната с каким-то Херобрином по центру. Ничего страшного. Давайте я даже к нему подойду, чтобы доказать, что я ничего не боюсь. О, боже мой. Ты совершил ужасную ошибку, что решил сюда вернуться. О, боже мой, что происходит? Что происходит? Почему он пытается меня убить? Нет, у меня мало жизни. У меня мало жизни. Пожалуйста, не бей меня. Пожалуйста, куда-нибудь подальше. Бежим, бежим. О, загрузка территории. Стоп, подожди. О, боже мой. Нет, да ладно, меня телепортировало обратно! Божечки мой, что это только что произошло? Секундочку, я встретился с Херобрином, который чуть меня не убил! И это была всего лишь первая минута выживания! Боже мой, одну секунду, у меня один вопрос. Что будет дальше? Окей, мне этот мир уже не нравится. Мне, кстати говоря, что-то написали в чате. Тебе предстоит снова столкнуться со своими кошмарами, которые с каждым разом будут становиться ужаснее. Будь осторожен, второго шанса не будет. Потерпев неудачу во сне, ты умрешь навсегда. Желаю тебе удачи, бедолага. Хотя стой, она тебе все равно не поможет. Окей, мне это начинает не нравиться все больше и больше с каждой миллисекундой нахождения в этом мире. У меня снова появилась какая-то шкала «Встреча с новым кошмаром». И судя по всему, это тот мир, в котором мне нужно быть настоящим спидранером, друзья. Нужно очень-очень быстро все делать, крафтить себе огромное количество ресурсов, которые помогут мне желательно не умереть. Итак, первым делом быстренько создаем себе печку. Нужно поставить себе на переплавку железо, чтобы сделать себе хоть какой-то, не знаю, железный топор. И нужно найти себе животных, чтобы раздобыть себе немного еды. Умри, свинка, большая и маленькая. Мне нужно срочно очень много хавчика. И знаете, наверное, это будет самый странный ролик в моей жизни. Потому что я думаю, я даже буду создавать ей броню из кожи. Вот настолько сильно я в отчаянии. Меня вот-вот куда-то еще телепортируют. Еще в какой-то кошмар. И, возможно, я не выживу. Поэтому, знаете что, нужно срочно вернуться к печке. И я уже не могу бежать. О, боже мой, у меня нет выбора. Мне придется есть прямо на этом месте. И прям вот в таком виде отправляться на следующее испытание. Честно сказать, мне кажется, я к этому не готов. У нас наступил уже закат. И все, ребята, меня еще куда-то телепортировало. Окей, сохраняйте спокойствие. Где я появился? Так, это какой-то дом и, судя по всему, в лесу, но... О, нет, 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 нет. Что еще за записки? Причем самое страшное это то, что я сделал буквально несколько шагов, и у меня вдруг потемнело Майнкрафт. О, нет, 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 мне это уже не нравится. Куда мы попали? Я вижу свет. Окей, я вижу свет. Я иду к свету, потому что это единственное, что меня успокаивает. Так, стоп, а где здесь свет? О, боже мой, я даже не вижу нигде лампочки. Что вообще в этом мире происходит? Окей, ребята, мы находимся в лесу, но я не знаю, какова моя задача. Тут какие-то записки, и я очень боюсь вообще к ним подходить. Окей, допустим, я беру одну эту бумажку и ее достаю. Осталось найти всего 6 записок. Но Слендермен приближается! Одну минуту, какое еще внимание? О, боже мой! О, боже мой, Слендермен!
О, нету, нету, нет, все, бежим, бежим, бежим. О, записка, записка, быстро. Подбираем записку, быстро, подбираем записки. Окей, я все понял. Нам нужно как можно быстрее, ребята, собирать записки. Видимо, я был прав. Мы реально попали в имитацию игры про Слендермена. Жесть, я к такому не готов, окей? Это Слендермен, который очень сильно хочет меня убить. А я обычный майнкрафтер, который не хочет умирать. Значит так, бежим, и нам нужно найти как можно быстрее все записки. Если я правильно понимаю, мне осталось найти буквально 5 записок. И так, давай, давай, еще одну нашел. 4 записки. Не подходи ко мне, зараз. Так, где он? Окей, я его потерял. О, нет, это, наверное, самое худшее, что может произойти. Я просто его потерял. Окей, я уже немножко начинаю сходить с ума, но тем временем мне осталось найти ровно 3 записки. Так, эту записку мы... Опа, 2 записки осталось найти. Нужно найти их как можно быстрее, потому что я в этом мире не хочу умирать. И мне кажется, я слышу какие-то шаги. О, боже мой, прямо сзади меня. О, это, конечно, страшно. Это, конечно, страшно. Для сердечка немножко опасно. Быстро находим, быстро последние 2 записки. Так, и тут мы уже все искали. И я не знаю, где находятся последние записки. А он все время находится позади меня. Окей, он все равно находится рядом. И я вижу одну записку. Быстро подбираем ее, все. А, тише, не издавай лишних звуков и почаще оглядывайся. Он совсем рядом. Что это вообще значит? То есть, либо мы нашли все записки, либо мне осталось найти всего лишь одну последнюю. Но где Слендермен? Окей, я его вижу, и он тоже меня видит. Чтобы ты знал, у тебя ужасный костюм. Ты очень вообще страшный, непривлекательный. Быстро ищем последнюю записку. А где тут может находиться последняя записка? Кажется, я ее вижу. Да, ребята, я вижу последнюю записку. Все. До свидания, друг мой Слендермен. Подбираем записку. Есть! О, боже мой, меня телепортировали обратно с этого ужаса. Мы, ребята, сбежали с этого Слендермена. И чтобы вы понимали, он был совсем рядом с тем, чтобы просто меня убить. После таких кошмаров, если честно, нужно конкретно передохнуть. Но, видимо, времени на это у нас нет, потому что встреча с новым кошмаром совсем скоро. Кстати говоря, я только что обратил внимание, что нам выдался какой-то предмет за прохождение, видимо, этого кошмара. И это что-то очень страшное. Это телепортация Слендермена. Я так понимаю, это предмет, который позволяет нам телепортироваться. Так, мы что-то кидаем, какие-то частицы. Есть, можем телепортироваться в любую локацию. Отлично. Итак, что, телепортируемся отсюда как можно дальше. И мне нужно найти себе немного еды и немного железа. Надеюсь, я хотя бы успею пожарить себе немного еды и немного железа. Окей, железо мы приплавили, но, ребята, с секунды на секунду нас уже телепортируют. Давай, хавчик, хавчик, хавчик. Есть, жареную свинину забрали и в новый кошмар попали. Но мне это не нравится, что-то написано. Кажется, что в воде кто-то есть. О, нет, уплывай скорее. Стоп, я не понимаю, кто есть в этой... О, в этом океане, боже мой, тут акулы. О, нет, и тут есть акулы, которые очень хотят меня съесть. Что мне нужно делать? Видимо, мне нужно на лодке переплыть, но, боже мой, эти акулы кусаются, даже когда я не подхожу к ним впритык. Ладно, друзья, не смейте ко мне приближаться. По сути, если я сяду в эту лодку, то надеюсь... О, боже мой, они могут меня убить! О, боже мой, все, я труп, у меня осталось ровно одно сердечко, я уже вижу финиш, окей. Там был какой-то остров, я не знаю, какой-то сундук, но все, я не буду ничего лутать. Мне нужно просто доплыть до самого конца, без того, чтобы меня убили, пожалуйста. У меня ровно одно сердечко осталось, совсем чуть. Давай. Быстро выпрыгиваем из лодки и бежим, бежим, бежим. Боже мой, эти ужасные акулы, я смог оттуда выбраться. У меня даже потемнело в глазах, пока я проходил это испытание. Что это только что было? Огромное количество акул, которые пытались меня съесть. О, боже мой, они теперь даже здесь. Судя по всему, это какие-то ночные акулы, которые спавнятся по ночам. Но знаете что? Йоу, мне выдали какой-то предмет, и очень даже неплохой это. Меч из клыка акулы. Благодаря такому мечу я хотя бы смогу немного перекусить, чтобы не умереть от голода. И, кстати говоря, где же мои печки? Неужели меня телепортировали далеко от моих печек? Ладно, ночь для меня слишком опасная, поэтому что, если мы прямо сейчас поставим верстак и скрафтим себе кроватку, чтобы лечь спать? Потому что ждать этого всего я не хочу. Я нашел какую-то заброшенную шахту, и в целом, знаете, это лучше, чем находиться на поверхности без вещей. Мне хотя бы нужно добыть немного железа для хотя бы какой-нибудь брони. Тем временем меня еще и пытается убить крипер, которого мы быстренько выносим. И знаете что? Я не пошутил насчет брони из кожи. Стоило мне добыть себе только немного кожи, как знаете что? Я хотя бы сделаю себе ботинки. Это явно будет лучше, чем ничего. И также у меня имеется немного железа, чтобы сделать себе штаны. Окей, друзья. Мы постепенно сами укомплектовываемся, забираем все железо с собой, и мы переходим на новое какое-то испытание. О, боже мой. Окей, куда это мы еще попали? Боже мой, о, боже мой, что это за страшные головы? Что это за место? Это место называется Лес Забытых Душ. Все потому, что здесь умерло слишком много людей. Вернее, они все умерли. Каждый, кто сюда попал. И, к сожалению, ты следующий. Боже мой, как сильно мне не нравится это место. Куда меня телепортировали? Какое-то место с очень... О, боже мой, что это за монстр такой? Тут какие-то страшные монстры. Тут какие-то страшные монстры. Мы находимся в кемпинге. И что мне здесь нужно делать? Так, какие-то еда. Еду мы, пожалуй, заберем. Но что это за страшное место? Опять какой-то лес. Я не люблю... О, нет. О, нет. О, нет. Что с этими монстрами не так? Почему они такие страшные, мутировавшие монстры?
Это какие-то мутанты. Это ненормальные монстры. Это мутанты, очень страшные пауки и очень страшные разбойники. Так, окей. Что мне в этом мире нужно делать? Быстро. Нужно от всех сбежать без того, чтобы умереть. Только не говорите, что моей задачей будет убить каждого моба в этом мире. Ты вообще кто такой? Мне не нравится это испытание. Мне не нравится это испытание. Мне очень сильно не нравится это испытание. Окей, все. Мне нужно просто бежать по краю, чтобы меня никто здесь не трогал. Так, стоп, какой-то путь. О боже, давай, давай, давай. Да, есть! Мне кажется, мы выбрались! Пушечки, мы смогли выбраться из этого испытания. Жесть, у меня осталось всего лишь полтора сердечка. Врагу не пожелаешь того, что я пережил только что. И хорошо, что я вообще это пережил. Кстати говоря, мне за это выдали элитру, которую мы теперь можем на себя надеть и полетать. Однако, ладно, элитра это еще хорошо, но еще лучше, когда у тебя много еды и много железа, чтобы ты не умирал от голода. Вот-вот начнется наше пятое по счету испытание. Если честно, я не уверен, что я к этому готов и не уверен, что вообще этого хочу. Но спускаемся вниз, потому что мне явно нужно будет к этому подготовиться, убив как можно больше монстров, чтобы они мне не мешали, и добыв как можно больше железа. Как вы уже поняли, моя главная задача остаться в живых. А с этими мобами это сделать крайне непросто. Поэтому знаете что, я забаррикадируюсь от всех мобов, поставлю на переплавку все, что у меня есть, и буду, видимо, дожидаться испытания. И, ох, нас телепортировали. О, меня уже пытаются убить. Все, окей, я умираю, что здесь происходит? Боже мой, что за статуи? Что это за каменные люди? Мне что-то написали в чате, я не могу даже это прочитать. Так, все, не бейте меня, пожалуйста, все спокойно. Что мне написали в чате? Сбеги из лабиринта. Только смотри в оба. Мне кажется, эти статуи живые. А, да, знаете, мне кажется, я тоже заметил, что они живые. Подождите, что с этими статуями не так? Мне кажется, или когда я на них не смотрю, они как будто начинают передвигаться в этот момент. Стой! Что с вами не так, окей? Это каменные статуи, которые передвигаются тогда, когда я на них не смотрю. Боже, какая жесть! Получается, мне нужно все время на них смотреть, потому что если я не буду на них смотреть... О, нет, бежим, быстро. О, где голова? Нет, стой! Не приближайтесь ко мне, ладно? Не смейте ко мне приближаться. Мне нужно быстро найти отсюда выход. О, нет, тут тупик. Стойте, не двигайтесь. Я на вас смотрю. Не смейте двигаться, боже мой, не двигайтесь, стой! Какая же тут жесть! Так, выход. Я вижу выход. О, нет, это не выход, мне кажется, только это не выход, это наоборот начало. Окей, друзья, я аккуратно пройду мимо вас. Пожалуйста, не создавайте мне проблем. Там что-то написано, надо прочитать так. УМРИ. Что это вообще такое? Какие-то непонятные иероглифы. Возможно, это подсказка, но знаете, сейчас не время для подсказок. Я, в принципе, не могу сейчас думать. Мне сейчас нужно выбраться отсюда, поэтому я только... Да ладно, тут нет выхода. Вы что, издевались? Тут реально просто нет выхода. Неужели нужно по подсказке найти способ выбраться отсюда? Давайте попробуем прочитать еще раз, что тут написано. Так, умри. Боже мой, я только сейчас это прочитал. Там было написано умри, и, видимо, это не особо-таки подсказка, знаете. Плохая подсказка. Я в такую подсказку не верю. Может быть, мне нужно их убить на самом деле. Давайте попытаемся убить одного из них. Так, ладно, я могу постепенно их убивать и избавиться тем самым от проблемы. Давай, чуваки, до свидания. О, что вы бьете меня, ё-моё? Тихо. Чё, последнего убиваем. Все, последнего убили, все спокойно. Тут какие-то статуи, вроде как вы не живые, поэтому, по крайней мере. О, смотрите-ка, я могу украсть у него немного брони. Тут у нас, кстати говоря, есть еще один проход, в котором мы еще не были. Да, друзья, мне кажется, или это конец испытания. Стоп, подожди, какая-то новая комната. Мне это не нравится. Это не сильно похоже на конец испытания. Хотя, стоп, видимо, да, это конец испытания. Боже мой! О, я чуть не упал вниз! Бежим отсюда! Просто бежим оттуда подальше. Зомби, здравствуйте! Как же сильно я по вам заскучал! Вы гораздо лучше смотритесь, чем вон те чуваки. Кстати говоря, мне кажется, я только что обнаружил одну свою тайную способность, которую ранее даже не замечал. И это мой акулий клык. Ребята, вы готовы? 3, 2, 1, хопа! Есть! Я могу создавать... Опа-на, мне кажется, мы даже нашли шахту. Я могу создавать какие-то супер удары, которые наносят хороший урон и, наверное, убивают всех. До свидания! Меня вот-вот уже телепортируют на следующее испытание, а я до сих пор к нему не готов. У меня все еще нет полного железного комплекта брони, поэтому знаете что? Быстренько ставим на переплавку железа, и мне нужно переплавить немного картошки. С едой у нас настоящие проблемы, но знаете, это еще не самая главная проблема. Самая главная проблема это испытание. Это кошмары, которые мы скоро встретим. Есть! Я смог найти алмазы, окей. Это хорошая новость, но мне нужно успеть добыть их до следующего кошмара. Итак, быстро. Спецоперация по добыче алмазов. Действуем быстро и без лишних слов. Добавим картошки и железо, но мне нужно еще один блок. Давай, быстро. Добываем себе еще один блок. Быстренько берем эту штуку и крафтим себе как можно быстрее. О, камон. Берем все палки, берем все кирку. Нет, я не успел. О, май гад, я даже не забрал свою кирку, ребята. Я оставил ее там, и меня куда-то телепортировали. Я попал в какую-то длинную комнату, но мне не нравится больше всего надпись над моей головой, ведь написано «Беги!». О, наверное, мне нужно послушаться. Окей, все, бежим, просто безоговорочно, просто бежим вперед. Я не знаю, что мне стоит ждать, но дверь открывается, боже мой, что это такое? Чуваки, алло, вы нормально? А вы же не будете меня бить, надеюсь, кого? Ну, боже мой, они будут меня бить! Окей, это мои соперники, мои клоны, которые хотят меня убить. Чуваки, нет, вы мне не нравитесь, чуваки, уходите, не приближайтесь ко мне! Боже мой, мои двойники, окей, плохая идея, ко мне все выбраться. О, нет, нет, все, бежим. Как мне отсюда выбраться? Тут огромное количество дверей и... О, боже мой, это тупиковые двери, и мне нужно каким-то образом найти отсюда выход. Все, мне кажется, я труп, потому что тут нет никакого выхода. Все, пожалуйста, не убивайте меня, прошу.
прошу вас! О, неужели черный коридор? Черный коридор! Да! Мы смогли оттуда выбраться! Боже мой! Какая же это на самом деле жесть! Я боялся, что я оттуда просто не выберусь живым! Это испытание, которое не посоветуешь и врагу даже проходить, потому что там было огромное количество моих клонов, которые все пытались меня убить. И хорошо, что я вообще умудрился найти оттуда выход. Я вдруг просто очень сильно полюбил обычных скелетов. Знаете, вот обычные зомби, скелеты, пауки — прекрасные существа. Теперь нам нужно решить, на что мы потратим наши 4 алмаза, потому что, по сути, оружие у меня и так довольно хорошее. Мне нужно, наверное, потратить их на ботинки. Так, чуваки, все, мне, пожалуйста, не мешаем. Я крафчу себе алмазные ботиночки, а также из железа, наверное, сделаю себе хотя бы нагрудник. Кстати, я получил какой-то новый предмет, и это... Воу! Лук окаменения! А ну-ка, эту штуку надо затестить, потому что, мне кажется, это должно быть что-то хорошее. Так, берем лук окаменения, стреляем нашего скелета, и мы, кажется, превратили его в камень. Я думаю, мне нужно срочно выбираться на поверхность, потому что в этом месте, друзья, еды нет абсолютно никакой, а мне срочно нужно поесть. Итак, быстро отсюда выбираемся, и мне нужно срочно убить пару свинюшек, чтобы немного перекусить. Братишка, сестричка, вы мне срочно нужны! Я не особо горю желанием умирать от голода, и только вы мне сейчас поможете, поэтому так, быстренько немного еды забираем. О, нет, меня сейчас телепортируют на испытание, я даже не успел взять себе поесть! О, боже мой! О, нет, что это все такое? Меня телепортировали в какую-то комнату с куклами, которые очень страшно смеются, и они мне написали что-то в чате. Где наша игрушка? Поиграй с нами. Паркур, ура! Только не уходи, ладно? Ура, папа пришел! Не покидай нас, мы тебя не обидим, подойди к нам! Божечки, какие страшные сообщения! Ладно, давайте поедим немного гнилой плоти, потому что прежде чем я к ним подойду, мне явно нужно перекусить. Как будто обычные куклы, как будто статуи, которые даже не движутся. Но почему я слышу какие-то звуки? Ладно, пожалуйста, скажите, что они не двигаются, пожалуйста, скажите мне, что они не двигаются. Окей, это обычные куклы, которые не двигаются. Что мне нужно делать? Окей, тут паркур, и мне нужно его пройти. Так, почему я чувствую там какой-то подвох, и, боже мой, что происходит? Почему у них появились частицы? Почему у них появились частицы? Сваливаем отсюда, быстрей! Быстрей, быстрей, быстрей! О, боже мой! О, боже мой! Они живые! Мне кажется, они живые! Быстрее поднимаемся! О, нет, боже мой, я упал вниз! Бежим быстрей! Бежим быстрее! О, боже мой! Какие-то маленькие куклы, которые со мной бегают! И мне нужно быстро пройти этот паркур! Они все супер близко ко мне! Я еще упал вниз! Нет, нет, все, 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 уходите, до свидания! Нет, нет, не приближайтесь ко мне! Ужасные куклы, которые умеют паркурить! Это, наверное, самый худший кошмар, который я мог встретить в Майнкрафте! Не нравится мне это испытание с бешеными куклами! Просто быстрее сваливаться! Есть! Загрузка территории, друзья мои! Мы сделали это! Мы смогли его пройти! Вот это настоящий был трэш! Эти куклы какие-то супер сумасшедшие! Что это еще за надписи в чате? Немного печально, что ты с ними справился. Однако, я этого и ждал. Мне кажется, пришло время нам встретиться. Твоя последняя битва уже ждет тебя там, где всегда. Так, стоп, какая последняя битва? Меня ждет какая-то последняя битва там, где и всегда? Это что еще такое? Мне, кстати, в прошлом испытании выдали какое-то зелье, которое я заметил только сейчас. И это зелье двойника. Скорость 3, огнестойкость, регенерация, сила. Это как раз то, что мне сейчас понадобится. Прекрасно, а это мы используем как раз, возможно, в финальной битве. К слову, видимо, эта битва очень скоро, потому что у меня появился таймер, на котором написано «Финальная битва». Меня сейчас, видимо, куда-то еще телепортируют и, так, наконец-то, я уже заждался. Хочешь узнать, кто за всем стоит? Ты убивал меня слишком много раз, но сегодня я подготовился. Финальный кошмар начался. Боже мой, что это еще такое? Мне и до этого кошмары не особо-таки нравились, но этот кошмар мне не нравится от слова совсем. Мы попали в Энд, и, по всей видимости, стоп, неужели финальный дракон, что ли? Финальный кошмар, это что будет? Эндер драконы? О, боже мой, в какой мир мы попали? Что с этим миром не так, как будто мы находимся в космосе? Что-то мне не нравится здесь обстановочка, потому что вы посмотрите на этих эндерменов. Боже мой, посмотрите на его лицо. О, боже, я еще и, кажется, его загрел на себя. А, окей, я совершил огромную ошибку, потому что я загрел на себя этого супер страшного эндермена. Хорошо, что я убиваю его с одного удара. И где же наш финальный босс? О, боже мой, что это еще такое? Что это за финальный босс? Окей, я понял, что все это время, видимо, с нами общался эндер дракон. Это финальная битва с эндер драконом, но почему он выглядит так стрёмно? Тем более, что он прямо сейчас ко мне снижается. Окей, видимо, пришло время мне с тобой подраться, но нет, ему абсолютно все равно. Он не принимает мои удары. Боже, какой же ты страшный. Окей, давайте попытаемся его убить, и я неплохо наношу ему урон. Я думаю, что пришло время выпивать наше зелье двойника, чтобы добыть себе немного силы. Йоу! Подожди секундочку. Зелье двойника заспавнило моих двойников. Чуваки, привет. Это мои клоны, живи. Нет, брат, 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 уходи, уходи, уходи. Уходите от этой непонятной фиолетовой оболочки, друзья. Мы заспавнили двух клонов, которые, неужели вы будете мне помогать? Нам нужно не просто убить эндер дракона, нам нужно его уничтожить. Причем с помощью лука окаменения, возможно, я даже смогу сделать его
его каменным. Самое интересное, это то, что зелье двойника я могу пить бесконечно и тем самым создать себе целую армию двойников прямо в Энде. К слову, этот эндердракон какой-то более бешеный, чем обычно, потому что посмотрите, как часто он стреляет своими непонятными фаерболами. Я думаю, пришло время, дракончик, нам с тобой все разъяснить. У меня огромная армия клонов, которые просто давай, чуваки, налетать на него, Камендер Перл, все. Ребята, налетаем на него, поехали. Я же, чтобы ускорить весь этот процесс, поднимусь как можно выше в Энде, потому что мне нужно будет разрушить все кристаллы. Дракоша, ты очень сильно хочешь меня убить? Но надеюсь, это не случится. Все, разрушаем все кристаллы. Боже мой, мои клоны просто его убили, посмотрите. Мои клоны его убили, двойники. О, боже мой, о, что произошло, я куда-то упал. Мои двойники, мне кажется, только что убили эндер дракона. Написали мне в чате: мы свой долг выполнили, дальше ты сам, будь осторожен. Мы с огромной легкостью победили нашего финального босса, который, видимо, подготовил для нас все эти страшные испытания. Если вам понравился этот ролик и вы хотите побольше подобных, то скорее смотрите ролики, которые прямо сейчас видите у себя на экране. И всем пока-пока!